Привет всем! Небольшой обзор. Новый Мерс получили. Сегодня третий день на нем еду. Мерс, который даже рулит сам. Руль бросил, он сам едет. Как на тепловозе по рельсам. Но через 30 секунд показывает: возьмись за руль. Так, прикольный автомобиль. Тут такая сейчас панелька приборов. Средний расход 25 литров на 100 тут за последние 2000 километров проехали. Еще такая, да, сейчас радио такое, в нем все, все функции. Сейчас руль бросил, он сам рулит. Он загорается желтое это, чтобы за руль взяться. Если не берешься дальше, загорается красное и сигнал идет. Знаю, не пробовал. Может, даже и остановится сам, если за руль не возьмешься. Это... Зеркал заднего вида нету. Сейчас такие вот эти телевизоры стоят. Левое, то правое. Впереди 3D-телевизор. Большое это заднего вида, маленькие таблеты. Руль сейчас кожей отделанный. Как на Рено почти такой же. Сегодня третий день на нем. Пока привыкаю только. Еще не все функции даже изучил это. Тут в этом как и радио в нем, и клима. Все идет это. Сейчас попробую показать. На этом пока все. Вот это. Клима регулируется. Фары включайте. По машине тоже все регулируется. Там и музыка. Правда, навигации почему-то не поставили. По идее, должна навигация там быть. Навигация у нас от фирмы отдельно стоит. Ничего так. Автомобиль мне начинает нравиться. До этого Рено была, мне тоже нравилась. Мерседес сейчас более-менее немцы удивили колхозника. Сейчас не так качает в нем. И вот эта система руления прикольная сделана. Раньше такой не встречал еще. Перед этим
три года мы на Рено отъездили. Т-480. Тоже хорошая машина. Там мотор немного помощнее. 480 коней. Здесь 450 коней. Но, говорят, зато экономичнее этот Мерседес сейчас. Чуть не знаю, не смотрел еще в бумагах, какого он. Или 20-го года, или 19-го выпуска. Весна наступила, все цветет уже. Но в Германии сейчас карантин. На этом пока заканчиваю.